Всем привет! Я рада приветствовать всех на моем канале. С вами снова сказка. В сегодняшнем видео я предлагаю вам вместе со мной пройтись по моей ферме, собрать кое-какую продукцию, зайдем в город, зайдем на скачки, я покажу вам, какие будут призы на этих скачках. Мы собрали уже все ряды. Ну, немножечко поработаем на моей ферме, и я вам кое-что покажу. Кого интересуют алмазы. Вот смотрите, сколько у меня появилось алмазов. Я вам сейчас расскажу, где я их взяла. Ребята, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайк под моим видео. И я вас прошу написать в комментариях, хотите ли вы, чтобы я делала для вас стримы. В прошлый раз я поставила видео это на презентацию и была приятно удивлена. Ребята ждали, мы чудесно пообщались в чате, поэтому это видео я тоже поставлю на презентацию. И мы с вами пообщаемся, кто захочет. Вот мы сейчас соберем мои кое-какие товары и зайдем на скачки. Я сегодня доделаю последнее задание. Так, сегодня последний день скачек. Скачки это у нас ленивые, каждый день по 5 заданий простеньких было. Ну вот давайте, так, у меня точно готовы тофу-дог я делала, и по-моему сиропы у меня, да, вон у меня сиропы 5 штучек стоят. Сейчас я посмотрю, что у меня есть, и сделаю, сколько нужно сиропов. 3 сиропа, хорошо. Давайте возьмем задание с сиропами. И я вам покажу, какие призы на этих скачках. Сиропов у меня 5. Да, на одно задание хватит. Есть, сделали. Так. Чтоб я не забыла, давайте я сразу вам покажу, какие у нас призы. Значит, мы поймали всех кроликов, мы собрали все 3 ряда. Чудесное разрешение на расширение у нас есть. Я вам советую собирать с самого начала эти разрешения, потому что потом есть любой инструмент, кроме разрешения на расширение. Поэтому даже если у вас маленькие уровни, мой вам совет, начинайте их активно везде собирать. В долине, на скачках они попадаются. Жаль, что здесь, конечно, в одном ряду с кусочком головоломки. Ну, конечно же, я заберу разрешение. Вот такие призы. Для меня, конечно, простенькие, потому что у меня всего полно, особенно ваучеров. Они меня вообще не интересуют. Вот смотрите, в каком количестве они у меня. Синенькие, это что-то я обновляла у строительницы. Покупала. Так. Вот, пилы, ну вот неплохой вот такой ускоритель я возьму, и вам советую такие ускорители тоже везде собирать. Где двойной опыт на событиях, обязательно активируем такой ускоритель, и опытом получаем еще больше. Вот, ну вот дом можно будет взять. Я не буду завтра снимать отдельное видео по поводу этих призов, я вам сейчас покажу, что будет. Вот тоже еще одно разрешение, я обязательно его заберу. Ну и кусочки головоломок я собираю животных. Вот такие призы. Так, я вам по-быстренькому показываю. И давайте я возьму вот такое задание. Я хочу, чтобы вы мне в комментариях написали, хотите ли вы, чтобы я для вас делала стримы. Если будет достаточное количество таких комментариев, тогда я буду понимать, что вам это интересно, вы этого хотите, и буду делать стримы. Будем общаться. Мне очень нравится с вами общаться, отвечать на все ваши вопросы. Еще раз я возьму это задание. Так, вот у меня еще 2. И что-то там пироги, по-моему, нужны были, у меня их нет. Ну, я сейчас подумаю, какие я еще задания доделаю. Так, хорошо. Осталось одно задание. Что-то я сейчас что-то придумаю. Я, наверное, загружу еще вот 2 тофу-дога и позже их заберу. Давайте зайдем.
и загрузим их. У меня, я сегодня еще не заходила в игру, не играла. Много продукции с вечера, которую я загружала. Ничего у меня это не собрано. Ну ничего, я потихонечку все соберу. Что я еще хотела вам сказать, ребята, обратите внимание на мое количество алмазов. Его стало у меня так побольше. И сейчас я вам расскажу, где я их взяла. Я совершенно случайно это заметила, поэтому делюсь с вами сразу же этой новостью. Смотрите, нажимаем вот здесь, где у нас алмазики. И оказывается, эти дни проходит карнавальная акция. Совершенно за смешные деньги можно приобрести алмазы. У меня алмазов было очень мало, потому что я открываю еще очереди в моих производственных зданиях. Поэтому алмазы мне очень сейчас нужны и в этот раз. Я очень давно этого не делала. Я когда-то еще, когда только начинала играть, я покупала алмазы несколько раз. Потом я в основном их собирала сама. Вот смотрите, горсть алмазов. Сколько стоит? Нет, ну я сейчас не буду, конечно же, это покупать. Я это все закрываю. Горсть алмазов 2,50. Ну, это много. А вот здесь карнавальная акция. И вчера здесь я купила 90 алмазов за 3 доллара с чем-то. 3 доллара с копейками. Точно сейчас не скажу, но вы зайдите у себя, посмотрите. Но перед этим тоже здесь была карнавальная акция на 50 алмазов. Они стоили 1 доллар 16 или 17 центов, что-то вот так. Ну, это очень недорого, поэтому я в этот раз решилась и все-таки купила 2 раза алмазы. Поэтому вот у меня их, конечно, уже побольше, и я буду открывать очереди в своих производственных зданиях. Например, вот даже с чаем я открою очередь сейчас. И что-то мне нужно было... Ну, кофе делается быстро, поэтому я здесь не спешу. Я хотела еще открыть очередь в моем магазине ириса. Видите, здесь мне только 4, я открою 5. Ирис делается долго, поэтому если его загружать на ночь, лучше, конечно, делать это побольше. Так, что мы сделаем еще? У нас роза работает, но что-то она... выполнила, наверное, все, что я ей заказывала, поэтому я немножко соберу шерсть. Я это видео ставлю на презентацию, очень хочу с вами в чате пообщаться. В прошлый раз мы тоже немножко пообщались, но не очень так успели, было мало времени. Но я зайду пораньше перед презентацией, чтобы с вами пообщаться. И я хочу передать привет одной очень хорошей девушке, моей подписчице, которая со мной практически с самого начала. Ариночка, тебе привет, спасибо тебе большое, ты меня всегда очень поддерживала и поддерживаешь с самого начала, вдохновляешь меня. Тебе приветик. Давайте зайдем ко мне в долину и посмотрим, какие сегодня задания. Вращаем топливное колесо, закусочное. Хорошо, давайте выполним. Я в долину играю, мне очень нравится. Я вообще эту игру просто обожаю, поэтому вот играю все, что она мне предлагает. Долина, город я очень люблю. Я его прокачиваю, я вам советую прокачивать город с самого начала. Многие ребята говорят, вот я город не люблю. Но на самом деле город не любят в самом начале, пока он не прокачан. Но как только вы его качаете, все там улучшаете, очень интересно потом в него играть. И очень много город дает опыта. Так, закусочная. Вот здесь наша закусочная. Давайте проедемся так, чтобы заехать на заправку. Вдруг у нас там будет... приз топлива. Нет, приза нет. Вот предлагают мне купить. Ну, я не буду покупать. Мне топлива обычно хватает. Так, здесь нужно ехать в обратном направлении. Поэтому не буду я здесь ничего делать. Мне нужна закусочная. Вот, чтобы выполнить и открыть сундучок.
Сейчас мы вместе с вами откроем сундучок и посмотрим, какой у нас там сегодня приз. Бывают, конечно, классные призы. Мне очень нравится, когда попадается два ускорителя максимальных. Это, конечно, приятные подарки такие. Давайте еще на заправку заедем. А вдруг? Нет, что-то не хочет нам заправка давать бесплатное топливо. Все предлагают купить. Курицу поймали. Сейчас красные жетоны мы соберем. Все, мы выполнили все задания. И давайте посмотрим, что же в нашем сундучке. Два молота. Ну, что же, не ускорители, но тоже неплохо. Что у нас здесь по призам? Разрешение, конечно же, я уже забрала. Эти еще не открылись. Ну, давайте что-нибудь. Сейчас какой-то сумасшедший дефицит с гвоздями. Поэтому, конечно же, я заберу гвоздь. Уже затянули, конечно, этот дефицит. Очень давно он. И помните, что когда у нас дефицит каких-то стройматериалов, это все очень циклично. На этой неделе, допустим, вот дефицит, предлагают нам покупать динамит. То бывает лента дефицит, то доски. Но, как правило, цикличность такая. На этой неделе дефицит чего-то одного, через неделю или через две дефицит чего-то другого. Поэтому старайтесь, в принципе, собирать все, что вам попадается. Потому что такой дефицит не навсегда. Но сейчас вот с гвоздями уже очень давно дефицит такой затянули. Вот смотрите, у меня собрано уже достаточно давно. Шурупы я уже продавала несколько раз, так много и часто они попадаются. 5300, вот я пытаюсь улучшить целостную башню, но я никак не могу собрать эти гвозди. И у всех вот, в соседстве в моем, в газете очень редко они попадаются. И у ребят нет, в общем, мы даже друг другу не очень можем с гвоздями помочь, потому что дефицит просто у всех. Вот такая вот проблемка. Ну, ждем, когда этот дефицит закончится. Пшеница, резко что-то у меня закончилась пшеница. Давайте я ее соберу. Хорошо, летят наши стройматериалы от наших посевов. И еще я посажу пшеничку. Роза активно работает, поэтому быстро заканчиваются пшеничка, кукурузка. Так, топор я продавать не буду. А вы подождите, мадам, что у меня по городу? Так, здесь можно загрузить. Поколею. Давайте сходим в город и отпустим наших посетителей на скачках. Они мне уже не нужны. Я последнее задание на этих скачках уже взяла. Тофу-дог я делаю. Вот, смотрите, это у меня обслуженные, как я вас учила. Или по одному, в одно здание, кто хочет. Или же я обслуживаю тех, кто хочет зоопарк. Это обязательно, даже если они хотят в три здания. Поэтому собираем наш любимый стройматериал. Для города мне, конечно, уже ничего не нужно. У меня прокачан город. И я вам очень рекомендую. Качайте город, вот смотрите. Улучшайте станцию. Прокачивайте личный поезд. Вот он у меня на 10 посетителей. Потом, благодаря городу, вы очень круто можете поднимать. Кстати, мне попался гвоздь. Заметили? Большая редкость. Потом, благодаря городу, вы очень классно продвигаете уровень. Очень быстро, потому что вам дают опыта много. Смотрите, вот здание, у меня опыт прокачанный на максимум. Плюс 60% очков репутации, это вот сердечко. И звездочка опыт.
Поэтому город, когда у вас прокачан, он очень классно вам помогает. Мне попался еще один гвоздь. Очень классно помогает вам проходить уровни именно город. Не игнорируйте его, не ленитесь. Так, хорошо. Собираем наши призы. Вот мои посетители моего зоопарка уже несут мне призы. Вау! Итак, дефицит явно заканчивается. Начинают попадаться гвозди. Отлично! Хорошо. Давайте я посмотрю, кто у меня из свободных. У меня есть вновь прибывшие, но я их не буду обслуживать. Я потом съезжу к моим соседям и соберу у них, кто мне нужен будет. Все, этих всех я отправляю. У меня активное соседство, поэтому у меня очень много играют в город. И есть у кого забрать посетителей. Так, хорошо, здесь у меня нужны бананы. Давайте соберем бананы. И отправим грузовичок. Ребята, ставьте лайк, если вам нравится мое видео. Мы обязательно с вами пообщаемся в чате во время презентации этого видео. И, пожалуйста, тоже пишите мне комментарии, если вы хотите мои стримы. Я посмотрю, если это будет вам интересно, то, конечно же, я это буду для вас делать. На сегодня у меня все. Всех была рада видеть. Всем сказочного настроения. Пока-пока!